Всем привет, снова с вами Максим Устинов. Сегодня мы начнем прохождение такой легендарной игры, как Need for Speed Most Wanted. Ну что ж, не будем терять время зря и начнем новую карьеру. Сегодня я стану номер 15 в черном списке. Это ящик с болтами? Дай-ка. Давай свой техпаспорт. Он бешеный. Осторожно, этот гад что-то задумал. Конечно. Сперва возьму тачку, малый, а твою подружку потом. Утрешься, болван. Эй, будет непросто. У него тяжелый танк, так что смотри в оба. Ну что ж, погнали. BMW M3 против Ford Mustang 2005 года выпуска. Внимание всем экипажам. Указанный район будет отцеплен. Код 6 не отменять. Да, неплохо она так валит. Так. Слушай, с твоей тачкой что-то не так. У тебя масло течет. Слышишь меня? Долго ты не протянешь. Спасибо за инфу. Шесть дней назад я въехал в Rockport City. Парень, ты не туда свернул, верно? Мне нравится твоя тачка. Ого, сколько всего. Весь этот тюнинг для понту или для дела? Интересно, а если посмотреть под капот? Это идея. Наверное, мы туда заглянем и найдем много такого, что не указано в техпаспорте. Ты против? Может, начнем? Вызывай эвакуатор. Похоже, докатался ты, гонщик. Открою тебе маленький секрет. Все гонки в Рокпорте закончились. Понятно? Я подготовил милый сюрприз, который не понравится ни одному гонщику. Выходи из машины. У меня превышение скорости. Попробую догнать. Внимание всем в районе. Присоединяйтесь. В
следующий раз нас не отвлекут. Следующего раза не будет. Славная машинка. Четыре дня назад я искал уличный гонщик. Что ж, давайте покажем, чего стоит BMW M3. Немножко поцарапал машину. Чувак, не надо подрезать, давайте спокойно разойдемся, я выиграл все. Кто привел хвост? Рейзер, он сам прицепился ко мне. Цыц. Резл Каллахин. Вот теперь тут на одного лоха больше. Надо просто забрать машинку и послать нафиг. Вряд ли он лох. Тачка хороша. Mia Townsend. Ну да, ничего такая. Получше всех ваших. Против этой тачки у тебя нет шансов. Но это еще надо доказать, киска. Ты меня плохо знаешь. Спорим на что угодно. Я сделаю этот велосипед прямо на старте. Ну-ну, сколько ты готов поставить? 5 штук. 5 штук, что мои ребята его порвут. При чем тут твои цепные псы? Я сам пачкаться не стану. И не было такого, чтобы ты, киска, решала, что мне делать. Ага. Он же номер 15 в списке. Для него это мелко. У него есть стиль. Ладно, все ясно. Так вы струсили, да? Урою. Тару Сато. А 10 поставишь, а? Вот так. Хочешь поднять ставки? Ну давай. Эй, это полиция? Тут какие-то хулиганы у пристани решили гоняться. Разносят все вокруг. Приезжайте и скорую захватите. Если ты еще не понял, ты не понравился мне. Совсем. Так, уже
нас Мерседес СЛК. О, привет. Оу, oh, yeah. Полтора минуты она потребовалась. Два дня назад я уже приобрел репутацию гонщика. Эй, ковбой, не забыл меня? Ну-ка сейчас проверим. Ковбой, не забыл? Не забыл. Так, у нас подтяг GTO здесь. Mazda RX-8. И что-то там еще. Так, у нас здесь два круга уже. Уже чем-то напоминает восьмой асфальт на взлет. Что это было? Что за артефакт? Йо-йо-йо. Еще 10 тысяч нам дали. Отлично. Да-да.
круто болтанулся, молодец. Сегодня я стану номер 15, черный список. Ну и да, ведь повторять у нас. Это ящик с болтами? Так. Итак, начинаем гонку. Мустанг пока позади. Ну естественно. Так, заодно и ков в подсеве, ничего что-то теряться. Диспетчер, от меня уходит группа нарушителей. Идет преследование группы опасных нарушителей. Скоростная погоня. 7, 10, 8, немедленно прибыть в район. Догоняем, догоняем, догоняем его. Вы поняли, Вера 26. Есть свободная машина, направляю к вам. Так тоже можно, почему бы нет. Было столкновение между мной и объектом. Он напал сзади. Боже. Ну-ка иди сюда. Ну да, опять у нас масло. Это мы уже видели. Все. Приехали. Эвакуатор. Райан Купер проиграл свой BMW M3. Машинка класс. Ему она больше не понадобится. Улыбайся пока, да. Эй, так где мои деньги, что а? Что такое? Да, все закончилось хорошо. Да, продал частое, сколько планта. Но машинка класс. Уж я о ней позабочусь. Да, тачка зверь. Слишком хороша для тебя. Эй, Мия, солнышко, давай отпразднуем победу. Копы! 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 Вон летели так быстро. Смывайся теперь, болван. Диски компании OZ. Крутая, крутая. Я думал, ты приличный человек. А ты преступник. Эй, а машина твоя где? Осиротела. В тюрьму он ее с собой не возьмет. Ему там и без нее будет тесно. Через некоторое время. Садись. Освободили нас. Что, отпустили за недостатком улик? Правильно, какой же ты стритрейсер без машины? Нет, парень, даже не надейся, я к тебе по делу. С тобой обошлись нечестно, такое нельзя терпеть. Рейзер кинул тебя, подстроил поломку. Такой вот он. Теперь он взорвался, возглавил черный список. Кстати, благодаря твоей тачке.
И тебе нужно доказать, что ты гонщик, ни друг копом и не лох. Скрываться будешь у меня, но сперва обзаведись приличной тачкой. Это ты, Мия. Я отправлю к тебе одного парня. Мой друг, твой друг, ага. Ладно, сочтемся. Я так не со всеми, меня тут считают стервой. Ладно, удачи. Так, у нас есть Lexus из 300, 27 тысяч, Fiat Punto и Cobalt, Chevrolet Cobalt SS. Ускорение. Так. Давайте выберем Lexus. Да, покупаем. На стоке валим боком, да? Катимся, давайте на ней немножко. О, и прямо в стену все. Ну как тебе, Нара? Что скажешь? Нормально. Держать тачку можно здесь. Считай, что это твой гараж. И, кстати, классное укрытие от полиции. А вот с Рейзером придется подождать. Сперва надо добраться до него. Ты должен возглавить черный список. Это будет очень непросто. В общем, тебе нужно утереть нос каждому из этого списка. Добейся славы гонщика, выбери момент и вызови самого слабого из них. И так далее, пока до Рейзера не дойдет. Понял? Нет, я жду. Я помогу тебе этого добиться. Обращайся, если понадобится. Вперед. Так, 15-й. Точнее, первый. Ну, первый босс у нас Sony. Volkswagen Golf GTI. Это Sony, он постоянно гоняется за новыми деталями и вбухал кучу багов в свою машину. Поэтому не ведите на внешний вид, это не машинка, а настоящий истребитель. Брайан Хиллкрест. Ну так неплохо выглядит, да? Так, ну давайте на этом первую часть заканчиваем. С вами был Максим Устинов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.